Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свой заказ Faberlic. Снова девочки заказала сковородки, это кошмар. Они мне очень понравились. Вот. И также сегодня я вам покажу комнату, помните, в которой в предыдущем влоге я вам показывала, что разбираю домашнюю библиотеку. В общем, я там все доделала, все книги разобрала. Не все у меня, конечно, поместились. Мы докупили еще один поменьше уже стеллажик туда. В общем, сейчас все покажу. И немножечко пару слов хочу сказать по поводу этих стеллажей. По поводу, ну, некоторые написали о том, что ну, книги хранить в таких стеллажах немножко, ну, я бы так это назвала, немного непрактично в том плане, что будет собираться пыль. Вы знаете, я вам вот что скажу. Когда я жила в городской квартире, да, в городе, до того, как переехала в загородный дом, я бы, наверное, если бы увидела такие полки, я была бы просто в ужасе. Мы жили в квартире, и у нас окна этой квартиры выходили на проезжую часть. Причем там такая достаточно хорошая проезжая часть. Вот машин там передвигалось очень много. И квартира такая была, у нас было постоянно жарко, у нас топили батареи, вот особенно зимой, ну вот прям не жалели. И постоянно открывали окна, были открыты окна, и пыли у меня было, девочки, просто. То есть ты с утра можешь вытереть пыль, и вечером все то же самое, если не больше, чем было с утра. То есть пыли было действительно очень-очень-очень много, постоянно ее приходилось убирать, естественно, это была прям проблема. И живя в той квартире, увидев вот такие открытые полки, я была бы просто в ужасе, я вам скажу честно. Но я сейчас живу за городом. Более того, у меня дом стоит как бы в глубине участка, то есть у меня вокруг только зелень, и дорога даже вот, которая идет у нас, да, там не так много ездит машин, очень мало, и пыли в доме у меня практически нет. Вот я раньше не могла в такое поверить, это действительно так, пыли практически нет. У меня есть только на первом этаже, ну, соответственно, всякая грязь с улицы, да, которая несется, и шерсть животных, это вот то, что у меня в доме проблема, скажем так, да. Но шерсть животных, она на полке как бы не залетает, слава богу, на полках у меня особо коты не сидят там, ну, на тех-то точно не будет, они просто туда мне не поместятся. Поэтому в этом плане все хорошо, как бы. И мы с мужем специально выбирали такие полки, потому что нам нравится. Ну, нравится нам, как все это стоит. Вчера вот я доубиралась, сейчас вам покажу, да. И вот прям вообще кайфово, кайфово у нас. Нам очень с мужем нравится, мне кажется, это самое главное. Но проблема с пылью, она у нас как бы, ну, можно сказать, отсутствует. Конечно, пыль какая-то все равно будет. Но протереть для меня нет никаких проблем. Быстренько тряпочка пробежалась, и все. Вот, отложила же там себе книжки, которые хочу перечитать. Ну, то есть, как вы поняли, да, я не просто там разобрала там эту книжку туда, это сюда, я кое-что еще полистала, естественно. Подзависла, в общем, там. В общем, сейчас все покажу. Ну, давайте вначале Faberlic покажу. Ну что, девочки, вот мой заказ Faberlic. Давайте начнем, наверное, со сковородок. Это решила я все-таки взять. Мне понравилась та сковородка. У меня была диаметром 24. И я решила, что пока они есть в каталоге, надо брать. Мне очень понравились эти сковородки. Это та сковородка, которая у меня с предыдущего, да, заказа моего была. И я решила взять еще вот две. Одну вот такую маленькую на 20 сантиметров диаметр, да, очень удобно, ей в ней обычно у меня по утрам жарят, ну, в такой маленькой, да, муж яичницу, плюс я какую-то зажарку делаю. Очень удобно, когда есть вот такая маленькая сковородочка. И решила еще взять вот такую на 28 диаметр. Вот эту. Я сковородки не мою в посудомойке. Я мою руками всегда. Но здесь и не рекомендуется мыть посудомойки. Очень классно. Ничего не пригорает, ничего не прилипает. Хорошо отмывается, хорошо чистится. Классная сковородочка. Мне очень понравилось. 28 я взяла специально для того, чтобы что-то обжаривать. Мясо или котлетки. Вот как раз такой диаметр самое то. Так что у меня теперь еще две сковородки. В общем, довольна, как этот самый. Ну, сковородок много не бывает, особенно когда готовишь часто. Ну и здесь набрала всякой бытовой химии, снова кондиционеры, которые мне очень нравятся, нравится аромат. Белье действительно мягкое, вот разные ароматы взяла. Вот восточный пион, здесь золотая органа и вот этот вот розовый
бархат. Очень мне нравятся эти кондиционеры, но я их постоянно беру. Так что да, стиральные порошки снова взяла. У меня, кстати, те еще не закончились, но я взяла себе, чтобы у меня было про запас для цветного и для белого белья. Классные порошки, мне очень нравятся, хорошо все отстирывают, действительно экономичные, хватает надолго вот этих упаковочек, так что супер. Ну и также взяла снова вот этот универсальный жидкий пятновыводитель, мне он очень нравится, на воротнички рубашек, на манжеток, в подмышечной области, да, и вообще супер. Я обычно пшикаю, 10 минут у меня немножечко, ну, может, 5-10 минут белье лежит, и я потом уже кидаю стирать. И все отстирывается, даже, ну, ни запаха, ничего не остается. Также из бытовой химии давайте я взяла два вот таких освежителя воздуха. У меня уже закончились все мои запасы. Взяла вот такие фруктовые. Фруктовые очень нравятся моим деткам, поэтому взяла с ананасиком и свежесть фруктов. Очень классные, тоже хорошо убирают запахи везде, где только можно, так что классные, мне нравятся. Так, и взяла вот этот средство для мытья посуды. Очень мне нравится, именно, кстати, вот это мне очень нравится с углем, оно очень хорошо убирает запахи, не сушит руки, в общем, классное тоже. Ну, я взяла вот эту баночку про запас себе. И также, так как у меня сейчас, вы знаете, ремонт был в ванной и в туалете, то, конечно, часто очень мыла. Вот взяла снова вот это средство, потому что оно мне очень нравится. Хорошо очень убирает налет. И, в общем, для того, чтобы помыть, очень супер классное средство. И не воняет химией, что мне очень нравится. Ну и взяла, конечно же, гель для душа, бросила, так сказать, до кучи уже. Вот такой антистресс фиалкой Мелисса. Вот, кстати, очень приятно пахнет такой. Вы знаете, мне почему-то отдает смородиной. Я не знаю, почему. Но почему-то мне отдает смородиной. Но гели для душа очень классно. Хорошо пенится тоже у Faberlic. И приятно пахнут. Ну и, конечно же, у меня же теперь есть ванна. Поэтому я взяла аж сразу две пены для ванны. Они, правда, единственное, что с одним и тем же ароматом, но аромат очень классный, девочки. Прямо такой миндаль с какими-то цветочками. Видите, миндальное молочко с молочными протеинами. Очень вкусно пахнет. Вообще обалденно. Я, наверное, буду теперь все время его брать тоже. Классная крем-пена для ванны, просто обалденно пахнет. Вот. Так что вот такой вот у меня был заказ. В принципе, в основном, потому что сковородки. Побоялась, что реально пропадут. И из каталога, думаю, все раскупят, мне ничего не достанется, и я буду очень жалеть. Так, у меня все, полный комплект сковородок, даже больше, чем нужно, у меня теперь есть, и я довольна как слон, потому что сковородки вот эти тоже очень классные, качественные. Прям вот готовить одно удовольствие. Ну, еще, конечно же, каталог. Вот такой яркий, красочный. Там для школьников я посмотрела очень много, много одежды. Вот. Правда, для школьников в основном девочек. Вот, так что, да, полистаю тоже что-нибудь посмотрю. И артикулы оставлю вам внизу в инфобоксе на все то, что я заказала. Ну что, девочки, вот мы докупили второй стеллаж. Вот этот вот муж у меня докупил в Leroy Merlin. И вот так вот у меня получается здесь вот такой уголочек с книгами. Вообще эта комната у меня выглядит вот таким образом. Вот этот телевизор у нас не работает, его нужно отвозить в мастерскую, и мы его будем перевешивать в другое место. Так что вот такая вот история. И вот с этой стороны у меня здесь вот такой старинный комод, я бы это назвала. Я себе отложила книги, которые хочу прочитать. Еще муж купил вот такие две полки, но я бы в них не книги, конечно, поставила, а что-нибудь такое более, ну, не знаю, что-то такое красивое. Но пока поставила книги, потому что хочу их прочитать. То есть это здесь вот как бы отложены книжечки, которые я буду читать. Ну, в ближайшее время, скажем так. Вот так вот здесь все выглядит. Здесь вот картина еще в рамке моя, которая по номерам я раскрашивала. Мне, кстати, надо так, три картины я еще пока не доделала, которые у меня были. Ну вот как-то так. В общем, я здесь еще вчера помыла окно, все постирала. Постирала шторы, постирала вот этот скатерть вот эту. Она здесь лежит.
потому что у нас стол вот этот испорчен. Ну, то есть там надо его тоже шкурить, красить. Не знаю, будем с мужем это делать или нет. Ну, в общем, пока так. Вот, так что вот такая вот у нас здесь история. Вот такая получается библиотека. Мне очень все нравится, как у меня здесь все находится. Все, что, скажем так, все самое нужное, оно все осталось здесь. Часть книг, которая вот была еще, да, оставалась, я отнесла на второй этаж. Там планирую тоже поставить стеллаж, но там, ну, это будет уже, как говорится, не в это лето, это точно. Вот, может быть, зимой мы там начнем разбираться, скажем так. Вот, и там будут остальные книжки у меня там. Там такая фантастика, ну, в общем, такое все. Вот, отсортировала. Вот, есть у меня такие книги, даже тоже хочу их прочитать. Мне кажется, я их не читала. Это советские детективы. Здесь у меня, видите, целое такое собрание советских детективов. В общем, Агата Кристи есть. Ну, Агата Кристи я, конечно, перечитывала много раз. Вот, Дюма, тоже что-то я читала здесь, вот собрание как раз про мушкетеров, в общем, все такое. Вот, и Анжелика, еще обожаю Анжелику, и фильм, и «Унесенные ветром» тоже обожаю, и Анжелика. Это вообще, кстати, очень... И книгу читала, и сериал смотрела, в общем, ну, этот, да... В общем, тоже очень нравится. Мне нравится очень наша такая комнатка здесь получается. Такая изба-читальня, комната для чтения, как библиотека целая. Но телевизор отсюда мы уберем. Вот, после того, как там его нужно отремонтировать, в общем. Поэтому, да. Вот, так что вот такая вот у нас красота. Здесь получается. Очень мне нравится, очень уютненькая комната. Но она такая у нас как гостевая. У нас диван вот этот раскладывается здесь. Кто-то может остаться ночевать, если приезжают. Вот. Поэтому у нас здесь такие раздвижные двери тоже для этих же целей. Вот. Еще, девочки, я вам хочу показать. Помните, я заказывала вот этот браслетик с розовым кварцем. Я уже не первое видео вам его показываю, потому что он мне действительно нравится. Но я решила на этом не успокоиться, скажем так, и заказала себе еще 3 браслета. И заказала у другого продавца, и вот этого продавца я вам рекомендую вообще. Это просто потому, что мне пришло с момента заказа через 2 недели вот эти браслетики мне пришли. Кто не знает, я живу в городе Санкт-Петербурге, я заказала вот такие себе 3 разных цвета. Я заказала 17 размер, он обычно мне подходит, но все-таки надо было на размер побольше, потому что, видите, здесь у кварца камушки вот такие маленькие, здесь уже побольше, соответственно, ну, как бы размер уменьшается. Но я как-то об этом не подумала. Девочки, имейте в виду, если вы обычно там берете браслетик на 17, берите на 18, он тогда будет сидеть идеально. В общем, вот такие еще 3 браслета я себе заказала. Вот это, насколько я поняла, это агат, да, черный. Я могу ошибаться, девочки. Вот, в общем, еще вот такие вот, вот такой браслетик и вот такой. Это все тоже натуральные камни, так же, как и вот этот розовый кварц. Мне очень нравится вот этот зеленый браслет. Зеленый, видите, у него синие камушки. Есть такие сине-зеленые с разводами, да. Но вот этот, это вообще вот огонь для меня браслетик. Вот, ну и вот такой вот тоже, видите, какой. Очень классный. Ну и черный. То есть смотрится просто, они все идут на резинке. Вот, и они, видите, сидят на мне очень, ну так, так плотненько получается. Они сидят. Ну, я сразу все вместе делала, хотя можно и все вместе носить, можно сочетать с серебряными браслетами, ну, на мой взгляд, да, можно и с, по одному носить, кому как нравится, ну, вот я сейчас вам показать, да, то есть они достаточно плотно у меня сидят, 17 размер, хотя вот этот не очень плотно сидит, то есть, видите, он такой, он, что называется, то, что нужно, а вот этот, эти уже достаточно плотненько, поэтому на размер побольше. Девочки, ссылочку вам оставлю. Классные, классные браслетики, классные камушки. Это все натуральные камушки. Не знаю, может, там какие-то из натуральных окрашивают подделку, я не знаю. Но мне очень нравится. Да, да, очень симпатично. Так что ссылочку вам оставлю.
кому тоже понравилось. Но мне кажется, классно смотрится. Мне очень нравится. Особенно вот этот зеленый. Вообще огонь. Вот, супер. В общем, девочки, ссылочки я вам на эти браслетики оставлю. Особенности вот на этого продавца. Потому что реально за 2 недели ко мне, так мне кажется, вообще никто никогда не приходила ни одна посылка с Алиэкспресс. То есть, видите, они мне очень плотно сидят. Вот. Но на самом деле руку не пережимают, но можно было бы посвободнее. Так что я прям очень довольна. Мне очень нравятся такие браслетики. Не знаю, раньше я, кстати, не очень такие любила. Вот. А сейчас прям... прям вообще супер, мне кажется. Да, вот. Ну и на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.